собственно говоря, мы на месте. Все прогружается пока. Я хочу найти еще, например, вот архитектора. Так, может, нам подскажет. Почему иконка Рексара тут? А, тут тоже есть это учитель профессий. Даже можно не тпшиться. Почтовый ящик. Талерна, распорядитель полетов, банк. Торговец чем? Ступай! Так, частью. Ладно, значит, учитель профессии археология. Главная сила. Так, тут Делик. А, Блискатрон. Ух ты! Неплохой подарок. Нифига себе ты мне подложил там. Ты даешь Блискатрон. Учитель археологии в этой стороне. Стоп, вот эта книжка, она не для продажи. И не просто не для продажи, она синяя, она редкая, и ее кому-то надо отдать. Знаете, у меня есть идея. Так, где тут археолог? Хм, интересно. Если тебе когда-нибудь что-нибудь понадобится... Я понял. Где мой запакованный артефакт? Где? Добро пожаловать. Рада была помочь. Когда тогда я сбагрил тот артефакт? Это учитель археологии, а сам археолог, например. Фрагменты артефакта, ух ты! Вау! Покупаю. Так, ну здесь нужна археология 700. Здесь 98. Это карты. Качественная археология. Держись в тени. Так, давайте-ка. О-о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 -
Карта всю... Ой, в самой крепости-то сколько тут. Всю карту заполонили сокровища, блин. Блин, здорово. Будем прокачивать археологию, повод есть. Так, а чё я еще хотел? Так, я хотел архитектора, так. Я пойду на Вовхед, погляжу как там. Может найду что-то. Итак, нашел я, значит, вот здесь и где-то располагается.
сейчас попробую добраться по этому неизвестному мне абсолютно городу. Вовхед хорошая вещь. Был бы такой аддон, который позволяет его встраивать сюда, чтобы не сворачивать игру. Вот ты где. Время, деньги, друг. Так. Возможно, казармы. Так, а хлеб у меня какого его? Черт, ты не глянешь ничего. Так. Хлеб, казармы, кожевня, лавка самоцветов, рыбацкая хижина. Эй, как дела? А, для казарм нужна другая вещь. Так, ну в таком случае... Вот это? Места не хватает. Так, что же, это был справедливый обмен. Счастливо! Теперь можно... О, привет! Отправляться обратно. Да, я отправлюсь сюда, выполню последнее доп-задание, и мы возвращаемся в наш любимый всеми гарнизон. Пока можно сделать небольшую паузу. Так, на месте я. Ну да, как всегда. Эй, ты чё застрял? Да блин. Остановись! Теперь есть смысл археологию качать. Так, кстати, на карте сразу видно тайник, где. Судя по всему, он где-то в какой-то пещере. Так, давайте археологией займемся сразу. Когром относится. Так, пока понятия не имею, как туда пройти, с какой стороны. Блин, похоже на говно, а если присмотреться, то это голова огра, блин. Каменная. Опа. Блин, тут слишком тихо. Слишком много трупаков. Где-то рядом. И... Тут еще, кстати, тайник есть. Тайник наших союзников. Так, я его пойду возьму. Кстати, прогресс археологически не отображается. Как тайники искать, я не понял.
Вот, а мне 100 голды не жалко. А как их искать-то? Вопрос в этом. Опять пойти погуглить, что ли? Как искать тайники в Дринуре? Надо подождать. Я не могу сейчас собрать добычу. Пару артефактов. Как эти чертовы тайники искать? Я что-то не понимаю ничего. Блин, не говорите, что мне в гору сбираться. Слишком далеко. Горное дело, в шахте свое горное дело не требуется, да? Где-то тут. Я не могу сейчас забрать добычу. Так, сейчас последнюю часть забираю и пошел гуглить, как искать тайники в Дринуре. Так, раскопки завершены. Огры. Теперь мы знаем, для чего эти упакованные артефакты. Они всего одну голду стоят, поэтому сейчас стоит их упаковать. Так, Google в помощь! Стоп. Археологическая находка. Я что-то не забрал. Я не могу сейчас собрать табличку. Ясно, Google не дал никаких результатов. Я понятия не имею, как. Вскапывать, на что они вообще похожи, эти тайники. Чуть повыше надо взобраться. О! Ясно. О, до этих вся толпа напала, получилось. Пускай. Так, теперь давайте попробуем этот тайник откопать. Значит, нам надо искать всякие подозрительные... Блин, это не тайник. Дайте транспорт. Будем искать все подозрительное. Каждый камушек, каждый кустик. Здесь я реально ничего не вижу. Так, ладно, я пойду выполню доп. Задание. А
по пути там, ну, может, еще пару тайников найдем. Если народ вдруг я до этого времени найду, ну, как этот тайник, а может, если вдруг вы знаете, как его найти, то вы всегда можете написать об этом в комментариях, чтобы... Идите спокойно, камень, огры приходят, мочат и... Не пожалуйста. Так, вот и серные источники. Вау, какая красотища. О, босс. Так, я сначала тайник. О, нет, тайник низко. Сюда. Водичка красивая. Так, иди сюда, Сернияр. Мне жалко даже тебя убивать. Но все ради лута. О, игрушка. Так, давай-ка. Палка для мыльных пузырей звучит заманчиво. Так. Палочка. Я раньше не видел тут. Так, давайте в избранное. Пуль. На этом существе можно будет сконцентрировать взгляд. Еще не готов. Пара состоит, прикольно вообще. Ну все, он не является не одноразовые такие. Один раз убил и все. Даже больше не мечтай об этом. Какая-то баня, блин. Самая настоящая, так. Зачем ты прыгаешь сюда? Объясни мне. О, червяк. Блин, еще серных слизняков 15 штук убивать, а где эти? А, вон, кстати, слизняки. Я не могу это сделать. Воздух под водой, кто бы мог подумать? Да блин, идите сюда, а. Они говном каким-то срут. Блин, я ничего не вижу. Нахрена камеру здесь так близко делать? 5 из 15, 6 из 8, 1 из 3. Еще не готов. Цифры самые лучшие. Смотрите, тут куча тайников. Блин, я не могу просто взять и найти эти тайники. О, червяк. Иди сюда, червяк. У меня к тебе деловой разговор. Куда уходишь, а? Мы еще даже не поговорили. Еще не готов. Мне не хватает энергии.
Побазарили. Завязал это на битве с червем, который уже свалил отсюда. Надо подобраться. Хотя я могу смертельное касание применить, и теперь остается только сушитель смертельных ключей. Хорошо. Дыхай, сушитель. Я тебя пока не буду убивать. Так, но мне нужно найти чертовых слизняков. Пока я вижу... Дерьмо. Что же там в глубинах морских? Я не могу. Что за херня? От чего я сейчас сдох? Что за ВТФ? Ват? Что это сейчас было? У меня же полное ХП там было. Недостаток. Мне не мог нанести разом столько урона. Мне не хватает энергии. Недостаточно энергии. Слизняки — редкое явление. Ну вот, черт возьми, два слизняка. Так, есть. Мы достигли этой ачивки. Скатертью Тавадора. Сначала дорога прочитал, но потом я увидел, что там написано немного другое. Ох уж эти Близзарды. Так, я вижу тут целых три тайника. Так. Свистнул и внезапно появился рыжевой. В древнем сундуке титанов всего 15 ресурсов для гарнизона. Я слишком далеко от цели. Уже может быть в мешке брокера. Трость брокера, которую можно продать. Вообще эти все тайники, наверное, можно было бы прочекать через Wolfhead. Главное правильно вбить их. Все глыбы странные для тебя. Вот что меня пугает. Так, это у нас полетный пункт откуда? Интересно. Два
два тайника слишком близко друг к другу. Даже три тайника. Первая глыба. Что тебе надо? Малыш. И прям на этих тайниках стоит драгоценный кристалл, озаренный солнцем копье. Где-то наверху, может. Давайте повыше взберемся. Так, вот копье я, например, вижу. Даже на целых 50 голды. Уже четверть своей стоимости мы его окупили. Заклинание еще не готово. Мне не хватает энергии. Еще не готово. Недостаточно энергии. У кого же в таком случае здесь может быть кристалл? Тут либо пещера, либо еще что-то. Ну, дважды одну глыбу смысл бить. Тут же ничего нет. Так, ладно. Соскучился я по своему гарнизону. Пойду-ка я и...